Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Деп, и мы вместе с вами пообщаемся с Владом А4. Я нашел его в WhatsApp, сейчас я вам покажу скрины нашей переписки, он мне написал в ВК. Вот как вы помните по прошлым видео, кто не смотрел, ребят, обязательно посмотрите. А в прошлых роликах мы играли в Brawl Stars, я его выиграл, то есть мы, точнее, с моей командой, с моими друзьями выиграли его. И он должен был кому-то из вас задонатить там 4000 гемов. Вот, в общем-то, он мне написал в ВК по этой теме, у него там реально есть галочка, то есть это не фейк мне какой-то написал, это реальный Влад А4. Сейчас там вы можете сейчас увидеть пруфы. То есть доказательство, то, что я с ним реально общался, у него есть галочка, то есть это не какой-то фейк. Вот, и он мне что написал, ребят, он мне написал то, что он разыграл гемы, но пока не все, пока вы разыграл только 2000 гемов из 4. То есть, а у вас до сих пор есть шанс выиграть гемы, кто из вас еще не победил. А сейчас вот опять же можете, ребят, вот тут увидеть все пруфы, то есть то, что он списался с победителем, то, что он задонатил реально на Акате 2000 гемов. Все пруфы есть, сейчас вы их видите. То есть, ребята, сами понимаете, шанс у вас выиграть есть до сих пор, вы сейчас пишите тот же самый хэштег Влад А4 розыгрыш в комменты, и оставшиеся 2000 гемов он кому-то разыграет, потому что мне написал то, что вот, типа, пусть свои зрители продолжают писать тот же самый хэштег, то есть шансы в любом случае есть у всех. Вот, а кстати, я еще не сказал, как же я узнал его номер. Вот, ребята, вы тоже можете заметить, он мне сказал списаться с ним в WhatsApp, то есть если что, писать ему в WhatsApp, там, каким-то вопросом, потому что ВК у него заспавлен, и он там не может вообще отвечать мне никак. То есть, ребята, я сейчас узнал его номер. Давайте, ребята, если мы наберем под этим роликом 10 тысяч лайков, то я вам этот номер солью, реально, то есть я вот, ну, как бы, я понимаю то, что я с ним, скорее всего, поссорюсь после этого, но, типа, я думаю, вам всем интересно узнать его номер, то есть, если, ребят, мы наберем 10 тысяч лайков под этим роликом, я солю его номер, у вас у каждого будет возможность с ним списаться в WhatsApp, позвонить ему, возможно. То есть, ребятки, вы все поняли, 10 тысяч лайков, я сливаю его номер. Вот, а мы в этом ролике сейчас попробуем проверить, как раз проверить этот номер, реально он работает или нет, но я вот уже его вбил. Вот он, кстати, сейчас сидит в сети, у меня он нашелся контакт, то есть, ребята, он меня, скорее всего, не обманул, привет, узнал, вот так, вопросик. Все, ребятки, отправляем, смотрим. Мое сообщение вы не видите, потому что тут моя вебка загораживает, но, короче, я написал, привет, узнал, сейчас даже выйдем вот сюда, вот теперь вы его видите. Пока он не прочитал моего сообщения, пока он не читает, возможно, у него какие-то дела, и, возможно, он сейчас снимает ролик, хотя он был в сети. А, вот прочитал, синие галочки, да, загорелись, если синие галочки, то значит, он прочитал, да, по-моему, да, печатает, он реально прочитал, и он реально мне пишет, офигеть, неужели это его номер? Ты кто? Не узнал меня. Я Деп. Вот, ребятки, опять же, мое сообщение, вы его за вебка не видите, вот теперь вы видели. Я написал то, что я Деп, но он меня не узнал по номеру, то есть, ну, это понятное дело, потому что он мой номер никак не знает, я ему его не говорил, вот теперь будет знать. Блин, как бы он мой номер не слил, потому что я думаю, если я солю его номер, то он, возможно, решит мне отомстить и сольет мой номер. Это будет вообще трэш, у него 20 миллионов подписчиков, и мне новый номер сразу надо будет менять. Деп, вот, смотрите, да, все верно, ребят, он меня узнал, вот сейчас, после того, как я уже о себе напомню, он меня узнал, то есть это меня радует. Прикиньте, с кем я сейчас переписываюсь, с Владом А4, и вот он среди моих подписчиков разыгрывает гемы, потому что мы его выиграли с моими друзьями. Блин, ребят, ну это трэш реально, так что пишите тот самый хэштег, у вас у каждого есть возможность выиграть гемы в Бравле, так что давайте, ребята. О, ага, понял, думал, ты не добавишь, я, короче, скинул. Ребятки, я написал ему, я видел, а когда ты следующего выберешь, типа второго участника, потому что он задонатил только одному человеку, должен был задонатить двум людям. Проверим, потому что мне интересно, типа, он еще не успел выбрать второго, наверное, у него полно дел, он же тоже там через день ролики выкладывает, так что, скорее всего, у него полно дел, но мы сейчас проверим. На днях сейчас только одного нашел, вот-вот-вот. А хэштег тот же пусть ребята пишут, сейчас я спрошу ребят, но скорее всего тот же, потому что, точнее, не я, а мои менеджеры нашли. А, то есть он даже не искал, понял, то есть менеджер у него ищет победителя в моих комментах, там в комментах Ораза и Нормана. Ага, да, все, хэштег тот же. Ты сейчас сильно занят, ребята, я у него спросил, я хочу сейчас с ним пообщаться. Раз у меня такая возможность появилась, ну, мне кажется, если он мне пишет, то, наверное, он не прям уж сильно занят. Ну так, вот средний, скорее всего, да? Пока домой собираюсь, уже отсняли. А что за ролик? Давайте сейчас спросим, а что за ролик? Интересно, мне расскажет, потому что только отсняли, скорее всего, ну, выложат они только завтра, послезавтра. Возможно, это будет эксклюзив. Давайте проверим. А, кажись, не скажет, смеется, типа. Давайте я спрошу секрет. Секретик, скорее всего, ребят. Скорее всего, секрет у него. Ну, это, конечно, это я понимаю. Все это тебе скажи, покажи. Ну ладно, окей. Это я просто попытался хотя бы как-то, ну, узнать его идею там, ну, окей. А сможешь сейчас пообщаться со мной, ребята, я ему пишу. Если он сейчас реально сможет уделить мне время, то мы у него сейчас узнаем много интересных, ну, всяких там о нем какой-то, может, биографию какую-то составим о нем. Я не знаю, возможно, сейчас мы что-то интересное узнаем того, чего нет в интернете. Сейчас мы посмотрим. Так, а что я сейчас делаю?
Ну тоже. Умно. Давайте спросим, чего ты боишься? Чего ты боишься? Давайте спросим так. Начнем сдалека, опять же, ребята. Ну, мне интересно, какие у него страхи есть вообще. Вот у некоторых там клаустрофобия какая-нибудь, да? Чего боится он? Может, пауков боится, я не знаю. Сейчас мы проверим. Я боюсь темноты слиться в Ютубе. Блин, ребят, ну вот кто, ну я думаю, вот А4 точно не сольется. О, тебе же слиться в Ютубе, да это же нереально. Сейчас мы его напишем, ребят, ну реально. Чтобы слиться в А4 в Ютубе, я не знаю, что должно произойти. Если только всех все-все накроет в этом мире, тогда он сольется, да. Ну а так, я думаю, он уже никак там, ну типа... Ну как он может слиться, ребят? У него авторский контент, у него ничего там, он никакие там правила не нарушает, я думаю, сообщество. Так что, ах, да, ты прав. Надо что-то еще спросить, а какие-нибудь секреты? Я хочу как, что-то интересное узнать. Какие у тебя есть... секреты от подписчиков. Давайте сделаем так. Мне интересно, возможно, он сейчас что-нибудь там интересненькое скажет. Может, у него там не 3 машины, а 4 там или сколько, да? Не знаю, сколько у него сейчас машин, но вроде как у него 3 машины. Вы мне в комментах писали. А, Мустанг, по-моему, Гелик и Ламба. По-моему, ребята, это не факт, я опять же говорю. Какие у тебя секреты от подписчиков? Никаких, никаких секретов у него нету. Да ты что? Что-то мне кажется, он чуть врет, ребята. Никаких секретов у него нет от подписчиков, да? 5 сек и вернусь. К чему это он, ребят? Ребятки, он куда-то отошел, вот он, все, он тут, он пришел. Минуты его не было, ну окей. Что можно еще задать? Ребят, вы тоже, кстати, можете писать мне в комменты любые какие-нибудь вопросы. Возможно, я засниму еще одну часть в WhatsApp с ним и позадаю ваши уже вопросы, то есть с вашими прям никами. Ну вот, то есть, в какие игры ты играешь, он мне написал. Нифига, он первую жизнь что-то у меня сам спросил. Давай сейчас я напишу, в какие игры ты играешь. Ну я вообще, ребятки, вне съемок, я могу поиграть в GTA 5, Баларант в целом, ребят. Но очень редко вообще у меня, типа, на игры времени у меня мало, но тем не менее могу. Так, GTA 5, Valorant, ну в целом все, ребят, я играю только в GTA 5 и Valorant, не более. То есть, вот, кроме Браво, да, если, а ты, сейчас спросим, а ты, в какие игры играет в АТА-4, мне интересно. Ну, мне кажется, у него игр полно, у него мощный комп какой-нибудь там, блин, да, за полмиллиона, если не за миллион. Я обычно не играю, времени мало, но однажды я играл с Егором Кридом в Майнкрафт, было круто. Видео. Да, ребята, тоже смотрел видос, где он реально с Егором Кридом играл, а в Майн, ну, типа, он больше не играет, он пишет, то есть, ребят, ни в какие игры он не играет. Я сейчас у него спрошу, а что ты можешь мне рассказать о жизни вне съемок? Просто, ну, реально, что он делает вне съемок, то есть, вот он снял ролик, и что он делает дальше, мне интересно. Сейчас мы, ребят, надеюсь, он мне это ответит. Ну, в принципе, это не такой личный какой-то вопрос, мне кажется, на это он должен ответить, вот он прочитал как раз. Люблю коллекционировать дорогие машины, ахахах. Ребят, ну это точно, да, у него 3 тачки. Прикольно, ну это да. Хотя, может, у него 3 тачки, давайте спросим, а сколько у тебя машин? Реально, вот мне... Не, я помню, типа, в одном из прошлых видео, там у некоторых недавно были, он говорил, что 2, по-моему, но у него явно и больше. Он, мне кажется, специально так написал, чтобы... он знал, может, то, что я снимаю. Здесь, мне кажется, он не знает то, что я снимаю, из-за этого так со мной откровенно говорит. У него так-то 3 машины, но, может, он что-то скрывает, возможно, у него там 5 машин у него. Серьезно, прикиньте, ребят, вот вы мне в комментах многие писали то, что у него 3 машины, но его у него их 5. Просто он, наверное, 2 машины скрыл от Ютуба. То есть он, ну, не все же выкладывает в Ютуб, правильно? А какие перечисли? Может, он нам сейчас все-таки скажет, какие машины? Еще 2. Прикиньте, какой эксклюзив. То есть, вот вы все думали, то, что у него там 3-2 машины, но я не знаю, сколько он выставлял, типа, на показ. По-моему, 3 машины он выставлял на показ. А у него на самом деле 5 их. Вот это да. Ребятки, он мне целую 2 минуты набирал название. А у него, смотрите, 5 машин. Lamborghini, Mercedes AMG, ну это Гелик, другими словами, Гелитваген. А Мустанг, Порш и Бугатти. Прикиньте, у него 5... Они, блин, они все очень дорогие. Одна Lamborghini стоит там лямов... Ну, 17, по-моему, 17 миллионов она стоит. Прикиньте, одна Lamborghini. Ребят, сразу говорю, я еще не спец в машинах, так что я не знаю их стоимость. Ну, примерно вот такая какая-то стоимость, вот. Ну, в общем, тачки реально дорогие. То есть, реально очень дорогие тачки. Ну, и тут, блин, все самые такие бренды, можно сказать, собрались. Жалко, еще Феррари нету, да, никакой. А, нифига себе. Слушайте, ребят, ну реально, реально я в шоке. Вы прикиньте, учесть, что ему сколько там, по-моему, 24-25, ребят, тоже, опять же, не помню точно. И вот такие машины в его года, да? Прикиньте, что это такое? Я боюсь представить, какой у него дом, да. Подари мне одну. Сейчас я ему напишу. Подари мне одну, прикиньте. Ну не, ну это реально, ребята, я в шоке. Я бы тоже, конечно, не отказался там какой-нибудь Lamborghini, там Гелики, да. В принципе, все тачки у него крутые. Приезжай, забирай. Ну да, смешно, конечно, конечно, так он мне отдаст. А давайте я спрошу, а куда мне приезжать? Возможно, сейчас назовет свой адрес, ребята, и вы все узнаете, где он живет, приедете к нему и заберете все машины. Давайте, а куда приезжать?
Ой, будет смешно, если сейчас назовет какую-нибудь там улицу, да, свой дом. Но не, это по-любому такого не будет. Но мы сейчас проверим, ребятки, мы сейчас проверим. Как бы я это все превратил в шутку, но, возможно, он сейчас воспримет это всерьез. Короче, ребята, он мне написал: приедьте, здесь улица, то есть здесь улица, дом, дом 6. То есть я это замажил, но, блин, я не знаю, вдруг он реально свой адрес написал, потом будет мне еще предъявлять то, что я слил это все на видео, потому что он же сейчас не знает то, что я снимаю. То есть он мне написал, ну вот здесь адрес, ребята, идет, дом 6, город Минск. Вот, ну тут саму улицу я, ребят, палить не буду. Вот, ну возможно, если вы наберете 10 тысяч лайков, то я прям тогда подумаю, да, тогда я могу еще подумать, вот. Ну а так, пока не буду палить, ребят, я это сейчас замажу, у вас сейчас это все будет замазано. Ну, блин, я не знаю, я реально, я удивлен, типа, ну если это, если он мне сейчас не соврал, если реально это его адрес, я ему такой смайлик, ребят, отправил радостный, то я удивлюсь. Это реальный адрес? Давайте сейчас спросим. Не, ну типа, скорее всего, фейк, ребята. Возможно, это адрес его вот этого ангара, в котором он снимает все ролики. Ну, сейчас посмотрим, что ответить. Я спросил, это реальный адрес? Так, печатай что-то. Да-да-да-да-да, что-то это написал вот так вот. Блин, не думаю, я не думаю. Ребят, напишите свое мнение в коммент. Как думаете, он мне мог скинуть реальный адрес? Мне кажется, не мог. Ты врешь, мне кажется. Я ему сейчас пишу, он сразу же печатает. Короче, ребят, мне он написал, что не врет. Но мне кажется, что это все-таки какое-то вранье. Но не мог он мне сказать реальный адрес вот настолько быстро. Мы с ним, блин, даже не знакомы лично, вот. Ну, ладно, давайте сейчас я что-нибудь последнее спрашиваю. После этого мы уже будем, ребят, заканчивать. Потому что, ну, я не знаю, в принципе, все самое интересное я ему спросил. Давайте спросим, сколько с одного видео зарабатываешь? Сейчас спросим, ребята, так. Возможно, возможно, раз уж мне тут адреса свои говорит, возможно, сейчас назовет, сколько он зарабатывает с одного ролика. Это будет очень такая крутая информация, потому что, ну, ну реально интересно узнать, сколько он зарабатывает с одного видео, прикиньте, только с одного. Он в шоке от моего вопроса. Взрыв мозга он написал. Это значит, что много или что именно? Наверное, не назовет, но это понятное дело, ребята. Типа, это его личная информация, он может ее, конечно, не называть. Короче, он таки, ну я понял, что он намекает, то, что он не будет мне ничего говорить. Ну ладно, ребята, в принципе, не важно. Ну ладно, я пошел, тогда как выберешь победителя, напиши мне, ребята. Сейчас я ему отсылаю такое сообщение, вот. И как он выбирает победителя, пусть он мне напишет. Сейчас посмотрим, что он ответит мне. В целом, ну в целом мы у него все узнали. Я самое главное списался насчет... Ага, конечно. Все, ребятки, в общем-то, вы сами все поняли. Пишите хэштег. Вот тут сейчас он у вас появляется, вот тут снизу. Не, даже, ну, короче, вот тут где-то у вас он появится снизу. Пишите хэштег Вата4 розыгрыш. Набираем 10 тысяч лайков, я вам сливаю его номер. Вот его номер. Он сейчас будет замазан, опять же, ребята, вот. Но у меня его номер есть. Так что все в ваших руках, пишите, и вы узнаете его номер. Так что, ребята, вы все поняли. Давайте, если набираем 10 тысяч лайков, вот этот номер, который сейчас там написан снизу, который сейчас замазан, будет вашим. То есть вы его узнаете, вы ему позвоните, если захотите, вы ему напишите, вы его пробьете по WhatsApp, опять же, если вы мне не верите. В общем-то, ребят, 10 тысяч лайков, номер ваш. Вот, ну еще и, конечно, если вы хотите там в Бравле, в игре Brawl Stars получить 2000 гемов, он сейчас разыгрывает 2000 гемов, то пишите в комментах хэштег Вата4 розыгрыш. В общем-то, ребят, будем заканчивать этот ролик. Я, в принципе, узнал у него все самое необходимое, все, что я хотел узнать. С вами был Соня Деп, ребята. Пишите комментарии, ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал. И я думаю, еще будет очень много интересных роликов, возможно, даже с этим же Вадом А4, если, конечно, вам они нравятся в целом. Все, ребятки, всем до скорых встреч, увидимся в следующем ролике. Всем пока!